Сегодня рассмотрим один из элементов, часто используемых, это зацепы. Не захваты, а именно зацепы. Если рука в перчатке, либо сжата в кулак, удобнее будет цеплять. В некоторых подражательных стилях, например, в обезьяне или в богомоле, достаточно часто используемый элемент за счет массы тела. Мы же рассмотрим, как это можем использовать, в частности, сейчас пустыми руками, повторюсь. Мы ни в коем случае не пытаемся схватить, мы именно цепляемся. Одним из подводящих и, соответственно, формирующих упражнений для зацепа будут, конечно же, махи. Но махи с подтягиванием к себе, то есть скидываем и тянем. Локти уходят вверх, и мы цепляем, тянем к себе. Итак, варианты применения зацепа. Если человек стоит, являясь манипулирования, контроля, работаем в области локтя. Не сам локоть, не предплечье, а чуть-чуть выше. Зацепили, потянули. Уже разворачиваем, подставляем. Зацеп и сразу рывок. Можно, конечно, по большой амплитуде, но шансов, что удобно будет зацепиться, никаких. Поэтому движение должно быть вдоль. Зацеп, рывок. Раз, и уже мы. То же самое можно делать за шею. Мы можем не просто схватить и рвануть на себя, а совершить как бы небольшой удар в область основания черепа. Как бы хлопок. Но! Ни в коем случае не делаем прямо на себя, чтобы не ударить себя его головой. Это делается либо в одно плечо, либо в другое плечо. Опять же, не через стороны, а кратчайше. Бам, рывок на себя. Рывок на себя. Либо одной рукой, либо двумя руками. Если противник поднял руки, здесь мы уже тоже рассматривали, как бы в профессиональном боксе есть возможность зацепить за локоть. Открыть корпус, нанести удар, либо же зацепить за предплечье, провести свою атаку. Если же нас атакует противник, то же самое, мы можем зацеп чуть-чуть пригрузить, перейти, что с одной стороны, смотри, если пойдет вариант бокового, как бы подгружаем уже с контратакой, либо тоже, опять же, прямой. Все варианты. И входим. Зацепить, потянуть и перейти на контратаку. Мы не привязываемся к действиям противника, то есть мы уже не зависим от самого прихвата. Мы более свободны, но начинаем манипулировать именно противником. Пробуйте.